Подрядчики не получат денег из бюджета, если отремонтируют дороги из рук вон плохо и без соблюдения стандартов. Об этом предупредил премьер Ионкику. Он также добавил, что компании, которые осуществляют работы, не получат и компенсации в случае расторжения контракта, поскольку они не выполнили определенные обязательства. В ходе заседания правительства Ионкику возмутился тому, что получает все больше жалоб на качество ремонтируемых дорог. И предупредил как тех, кто выполняет работы, так и тех, кто проверяет подрядчиков. Качество дорог, мониторизация качества – это вещь абсолютно важная и необходимая. Уже имеем сигналы, что не везде тот, предприниматели обеспечивают качество. Impresia că cu ultimul strat de asfalt o să acopere păcatele de mai jos. Calitatea pietrișului, calitatea materialelor de acum trebuie de urmărit. Premier-ministru напомнил, что всего в этом году на реконструкцию дорог будет выделено 6 миллиардов леев. Nu vom achita bani din buget dacă calitatea lucrărilor nu corespunde standardelor. Напомним, что и президент Игорь Дадон заявил, что каждый километр отремонтированной дороги будет проверен. И если работы проведут некачественно, полетят чьи-то головы. Он подчеркнул, что деньги выделяют из бюджета на хорошие дороги. По словам президента, первыми к ответу будут призваны чиновники госадминистрации дорог. В настоящее время по всей Молдове ремонтируют 1000 участков трасс, как национального, так и местного значения.